Револьвер от компании GG, модель J733S Victoria, с длиной ствола в 6 дюймов. Поставляется в картонной коробке, в комплект входит довольно цветастая юморная инструкция, две планки вивера, на них можно установить, к примеру, коллиматорный прицел. Крепятся они специальными винтами, в комплект, кстати, входит шестигранник для их установки. Далее, быстрозарядник с 6 фальшпатронами, давайте сразу с ним разберемся. Довольно удобная штука. Заправляем туда наши фальши, надавливаем и поворачиваем. И в таком вот положении они от вас уже никуда не денутся. Далее, для того, чтобы их установить, просто попадаем наконечниками каморы барабана и надавливаем по центру. Достаточно предсказуемая, интуитивно понятная конструкция. Очень сильно, кстати, ускоряет зарядку. Для пущего эффекта рекомендую приобретение еще один быстрозарядник с еще одним комплектом фальшпатронов. Стоить они будут недорого, а вот скорострельность значительно повысит. Что же до самого пистолета? Он повторяет очертания, точнее является, я бы сказал, страйкбольной копией пистолета от компании Smith & Wesson. Практически полностью пистолет выполнен из металла. Прицельное приспособление регулируется. Масса пистолета 970 граммов при длине 295 миллиметров. Пистолет очень удобно лежит в руке. Стрелять мы можем, по сути, двумя способами. Первый – это прожимая спусковой крючок мускульной силой вашей ладони. Второй – можем предварительно взвести курок для произведения более точного выстрела. В качестве источника энергии в пистолете используются баллоны с CO2 газом. Устанавливаются они, как вы, наверное, видите, прямо в рукоять. Рукоять, кстати, имитирует дерево, тем не менее, сама по себе пластиковая. Механизм управления здесь всего один, это лепесток слева на корпусе, да, вот этот вот самый. Если подать его вперед, у вас появится возможность откинуть барабан. Если в крайнее заднее положение, пистолет встанет на предохранитель, в среднем вы с предохранителя пистолет снимете. Вытаскивать фальшпатроны и перезаряжать, конечно, очень круто, но если у вас страйкбольная игра и заниматься этим некогда, можно заряжаться куда быстрее вот таким вот способом, просто через переднюю часть барабана. Скорость замерялась шарами 0,25. По внешнему виду пистолет уж точно шикарен, хотя за счет длины ствола получилась неплохая скорость в 145 метров в секунду, так что использовать его можно не только для ближнего боя, но и за счет внешнего вида, возможно, заинтересуете любителей косплея.